Таких коротких и в то же время эффективных политических кампаний Украина еще не видела. По результатам неочередных выборов в Верховную Раду проходят 5 партий. Это «Слуга народа», оппозиционная платформа «За життя», Всеукраинское объединение «Батьківщина», Европейская солидарность и «Голос». ВИТВ собрал самые интересные факты о составе парламента 9-го созыва. Моно или единоличное большинство? Впервые в истории независимой Украины одна партия набирает большинство в Верховной Раде. Абсолютный фаворит избирателей «Слуга народа» получила более 250 мест. Это стало возможным благодаря высокому результату на мажоритарных округах. К примеру, в Киеве партия взяла 13 мандатов из 13 возможных. Максимальное обновление парламента. 80% – это 3/4 народных избранников впервые переступят порог Верховной Рады. Это 323 кандидата. Больше всего новеньких как раз у новичков «Слуги народа» и «Голоса». Подобного масштабного обновления в украинском парламенте не было 20 лет. Пятая часть парламента – женщины. В Раде 9-го созыва каждый 5-й народный депутат – женщина. Для независимой Украины это рекорд. И вновь больше всего женщин у новичков партии «Слуга народа» и «Голос». На 3-м месте – Европейская солидарность. Меньше всего в оппозиционной платформе «За життя». Всего в парламенте будут работать 87 женщин. 55 лет – разница между самым молодым и самым старшим депутатом. Самый старший депутат нового парламента Юлий Иоффе, 12-й номер списка партии «Оппозиционная платформа «За життя». Ему 78 лет, и это его 7-я каденция в Верховной Раде. Самый молодой, 23-летний Святослав Юраш, 27-й номер партии «Слуга народа». По данным Центральной избирательной комиссии, на момент избрания безработный, имеет среднее образование. Шоумены, журналисты, спортсмены, безработные. В Верховную Раду 9-го созыва пришли люди из абсолютно различных профессий, которые не всегда имеют отношение к законотворчеству. 10 журналистов, 5 звезд шоу-бизнеса, 2 спортсменов, столько же военнослужащих и волонтеров. Среди победителей на мажоритарных округах – один тамада, актер, фотограф и ресторатор. У 23 депутатов в графе «занятость» значится «безработный». Согласно закону о выборах, новоизбранные парламентарии должны выйти на работу в начале осени. Ольга Волынец, Максим Градобык, ЕТВ.